Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компонент Alpha User Point, урок номер 80. В этом уроке давайте подключим бонусные баллы, посмотрим, как они работают. Описание понятно. Из админки можно вручную начислить любому пользователю какие-то баллы. Ну, например, зарегистрировался ваш друг, и вы можете вручную ему с легкостью их начислить. Давайте перейдем в это правило. Например, поставим 100 баллов. Опубликовано. Метод всякий раз по умолчанию. Сохранить, закрыть. После того, как вы активируете бонусные баллы правила, вы можете сделать вот что еще. Заходим в любое другое правило. Например, вот мы активировали в прошлых уроках просмотр профиля. Здесь в самом низу есть такая опция Link Up. И в списке у нас теперь появились бонусные баллы. Что это нам дает? Это правило у нас назначено на просмотр профиля. Пользователь получает 1 балл. И когда мы выберем здесь бонусные баллы, он получит еще 100 баллов автоматически. Давайте проверим. Зайду как админ, перейду в тест. И в админке мы можем наблюдать 13 секунд назад за просмотр профиля получил 1 балл. И сразу же бонусные баллы плюс 100. Вот так вот это работает. Теперь, как начислить баллы участнику? Напрямую из админки. Например, есть такой тестовый пользователь, баллов 0. Ставим галочку напротив этого пользователя. Нажимаем бонус. И все. Тут же у этого пользователя Колян появилось 100 баллов. Ставим галочку еще раз. Бонус. Уже 200. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. И, соответственно, в правиле вы можете назначить столько баллов в бонусе, сколько вам нужно. Также мы можем прямо отсюда назначить какое-то определенное число баллов любому пользователю. Есть такая кнопка «Выбор баллов». Мы можем каждому участнику назначить определенное количество баллов, то есть вручную прямо отсюда. То есть мы бонусы сделали 100 баллов, 100 и назначается. А нам, например, нужно 15 баллов назначить какому-то пользователю. Это можно сделать здесь, то есть произвольно 100 баллов. Но мы это не сможем сделать, пока у нас не активировано еще одно правило. Переходим в правило. Вот у нас бонусные баллы, потом идут розыгрыши, и вот выборочно. Следующее правило заходим. И также его включаем. Можем как-то настроить. Сохранить, закрыть. Панель управления. Переходим в участники. И, например, вот у админа 8 баллов. Давайте назначим еще 2 балла, чтобы было 10. Ставим галочку и нажимаем «Выбор баллов». Ставим 2 балла. Вообще любое значение здесь можно задать. Описание. Сохранить, закрыть. Мы можем наблюдать здесь, что назначились 10 баллов. Точнее, назначились 2 балла и получилось у нас десятка. Урок у нас получился достаточно коротким. Давайте в этом уроке я вам еще покажу, где находится, как активировать модуль «Кто онлайн», то есть «Кто на сайте». Переходим в расширение менеджер модулей. Если у вас так не отсортировано, как у меня, можете вот здесь кликнуть. Выбрать состояние не опубликовано. И в принципе все не опубликованные модули будут находиться здесь. И вот есть такой модуль у нас Online Users. Alpha User Point Online Users. Заходим сюда. Заголовок можем написать «Кто онлайн?». Сколько показывать пользователей онлайн? То есть, например, их может быть 10. Одновременно находится на сайте. Если здесь 5 показано, значит будет показываться только 5 человек. Что отображать? Реальное имя или логин? Поставим логин. Show avatars, конечно, да, показать аватарки. Состояние опубликовано. Позицию модуля выбираем вашего шаблона. Позиция 7. Привязываем на все страницы. И все, в принципе, здесь. Сохранить, закрыть. Идем на сайт, обновляем страницу. Также модуль можете расположить где-то выше на сайте. Я надеюсь, вы знаете, как это делается. Я сейчас один на сайте онлайн. Соответственно, мое имя и сколько у меня баллов также показывается здесь. Прямо с этого модуля также человек любой сможет перейти в профиль этого пользователя, кто онлайн, и посмотреть более детально, что это за человек. Достаточно будет кликнуть просто по имени этого пользователя. Также мы попадаем в профиль Alpha User Point. На этом я заканчиваю этот урок. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх.
и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.